И к другим темам. Большинство россиян устраивает возраст, достигнув которого нужно уходить на пенсию. Такие результаты показал опрос, который провела компания HeadHunter. Напомню, на сегодняшний день в России мужчины уходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55. Однако обсуждения по поводу изменения возрастного порога идут не первый год. По итогам анкетирования, больше половины жителей страны считают существующий в стране пенсионный возраст оптимальным. 35% респондентов выступили за снижение этой планки, а еще 6% поддержали инициативу о ее повышении. Участники опроса предложили установить следующий пенсионный возраст для мужчин 63 года и 60 лет для женщин.